шаришь. Когда шаришь про спорт. Играют шикарная команда «Терекон» и... Минута пятая. И сразу видно, что «Тереката» 1-0, 1-0, 1-0 забивает «Аякс». Шикарная комбинация. Ковальчук забивает гол, Гавриленко делает голевую передачу. Игорная. Угловой заработал, ему подошло. Попытка Дима стрелянной техники, удар угловой. Атака, атака, 1-2, 2-2, 2-0, 2-0. Джафаров, опасно, опасно. А, мимо ворот, мимо. Есть. Хороший, хороший скрытый пас. Шикарная разыгранная комбинация. Мельник. Мельник, Емельянов. Удар. Да. 3-0, 3-0. Да, Емельянов сегодня, конечно, да. Несмотря на возраст человека, ну, как бы этого игрока, а именно... Да. Немножко больше 30. Ну, опять-таки, тоже обратим внимание на то, что у команды «Терекон» удар, удар, шикарный удар Кузьменко. Снова посылал горячок. Так, выход 3-1, 3-1, выход. Кузьменко. Ай-яй, карма. Просто сейчас, в данный момент, «Терекон» просто превосходит по всем параметрам своего соперника. Ну, опять-таки, нет. У него все намерения. Так, Джафаров. Джафаров. 4-0. Ну, да, да. Пенка забивает гол. Просто устали. Еще хорош, хорош. Ну что ж, ну, ребята, ну это, такое, возможно, больше добавить агрессии. Усталость, возможно, берет на себя. Ну, вратарь опять-таки. Джафаров. Емельянов. Мельник. 5-0. Так, друзья, ну... Удар, Павел, ну что ж такое, опять не везет. Ну что, мысль у ребят есть. Нейтрализация, Терещок. Ну, возможно, хорош, шикарный гол, шикарный гол. Терещок не забивает гол. Пас, шикарный. Ай-яй-яй. Хорош, убирает центр. Пас, шикарный пас, Мельник, удар. Хорош. Трошки, которые сейчас присутствуют на поле. Вроде ребята убирали, но не хотели. Удар, Гриценко, хорош, хорош. Шикарный пас. Амельянов. Угловой. Вот видите, опять-таки прошла та комбинация, которая берет четвертый пенальти. Просто где-то подъемный пострел с подъема. Пострел с подъема, и там удали кошель, либо замыкание. Еще 6-1. Ну опять не забили. Ну что? Середа хорош. Ну был же удар. А, удар-то произошел. Джафаров. Джафаров. Емельянов. Хорош, хорош. Ворота. Остается ровно половина тайма. 3-2 выход. Будет, я думаю, еще придаст Аяксу определенную уверенность. Ну, опять. Да, конечно, знатный усилий с Аяксу, ничего не скажешь. Я думаю, с таким составом... Это же не первый момент, извините. Видите, опять разбираешь Кузьменко. Ну, верни в это касание. Ну что ж. Хорош, отлично, молодец. Шикарный гол. Шикарный гол забивает Евгений Кузьменко. Молодец. 6-2. 6-2 становится счет. Ну, видите, как... Да, стиль такая, команда «Терекон». Ну, а что-то такое.
такое. Ну что ж это, ну что. Хорош. Хорош Мельник играть в одно касание в стеночку. Вот. Надо что-то думать, не думаю свой выход 2 в 1. Ну вот, вот и все. Сергей Мельник делает счет 7-2. Сергей Мельник делает счет 7-2. Тут, в принципе, что сказать. А говорить, в принципе, не о чем. Класса за счет своей линии, как бы, ну, лавочки запасных. Вов, ну, игра была, в принципе, очень интересная. Вы создали, собрали такую сумасшедшую банду, я бы сказал. Наверное, на Суперлигу метите? Не. Тут, как бы, надо вспомнить прошлый тур, когда были все те же. И все закончилось чуть по-другому. Проиграли Девена подсуданского, я помню. Да. Тут вопрос, наверное, больше в том, что ребята хотят, так скажем, да, там и тренироваться, и поэтому так и получается. Суперлига, ну, я думаю, что пока немножко рано, не будем спешить. Но сегодня за счет чего, как бы, ты считаешь, что все-таки удалось победить? Все-таки Терекон тоже в свое время в Суперлигу-то выигрывал, но у них не оптимальный, конечно, был, я вижу, сбор и мало игроков, но если смотреть по самому матчу, ребята выглядели неплохо. Много нюансов, да. То есть тут, в принципе, в лиге как нету таких откровенно прям команд, которые выпадают. То есть, тем более, да, Терекон – команда, которая давным-давно играет вместе, да, и, наверное, просто сегодня мы как-то немножко ответственнее подошли, да, чуть более активно. Плюс, да, количество людей, у нас равноценные две четверки, плюс есть люди еще на… Вот, такого, честно говоря, за сколько? За три турнира, которые мы провели командой, такого я еще не помню, что у нас столько людей приезжало стабильно. Вот, в этом, наверное, и сегодня результат получился. Согласен. Ну, как ты считаешь, есть ли шансы, в принципе, по потерянным очкам выиграть все-таки Gold Лигу? Потому что по составу, я думаю, у вас, наверное, сильнейшая команда, если быть честным. Ну, как бы фамилии, они никогда не дают результат. То есть это уже сколько раз доказывалось, что если у тебя есть какая-то там фамилия, то все равно из года в год это нужно доказывать. Поэтому мы будем смотреть, мы не будем забивать вперед, не будем делать никаких выводов. А просто будем играть до последнего. Получится, получится, нет. Ну, значит, что мы где-то ошиблись. Вот и все. Ну, выглядит сегодня шикарно. Поздравляю вас с победой. Спасибо. Молодцы. Шаришь. Когда шаришь про спорт.